свободных много. Прям много, с запасом. Но и гостей много. Здесь нет мошки, на удивление. Ну что, идти смотреть, что такое Алтайская ривьера? Так, входной 1200. Вот такие браслетики. Здесь проходим. И вот такие вот зонтики нас встречают. Гора, конечно, на горизонте огонь. Я разучился что-то говорить. Лимузин заказывали. Тусовочное место. Клево здесь, клево. Прикольно. На свежем воздухе. Нет ни мошки, ни бзыков, ничего, ни комаров. Вообще никого нет. Только довольные туристы. Не хотите ли пивка? Для рывка. Нормально. Я получил то, что я ожидал. Разведка доложила, что здесь недалеко озеро Ая. Иду туда. Не то, что недалеко, оно прям вот оно. Ух ты, ресторанчик с прикольным видом. Кто-то тачку припарковал свою, модную. Можно на катамаранах покататься. Все красиво, культурно, цивильно, офигенно. Блин, вид кайфовый. Гармония природы и цивилизации, так сказать. Пирс, купание запрещено. Ну как запрещено? Купаются. Вода прозрачная, дно видно. Секьюрити ходит, за порядком следит. Ох, так вот засмотришься и ухнешь туда. А здесь даже есть банька на воде. Озеро, гора, ресторанчик, за ресторанчиком бассейны. А вот, наверное, сюда мы сейчас и переберемся. Немножко потусовались в толпе. Хочется немножечко такой тишины. Кайфово, что сделаны две зоны. Одна для тусы, вторая для релакса. Тусой мы насытились, сейчас идем сюда релаксировать. Все, жду за шмотками и переезжаем. По дороге заезжали в Барнаул, в Барнауле заела мошка. Здесь мошки нет. Ракурс отсюда. Ресторанчик. Здесь туалеты, раздевалки там чуть повыше. Шикарное место, я считаю. زتيو مرلي ما قعد ولا قتالو مقونها وين مقلاتاي مرلي ملقي الشرف فهد متي زتيو مرلي ما قعد ولا قتالو مقونها وين مقلاتاي معناها قروح لنا لا ملكيو مرايا اللدى ولا تايو مسكح لها المريا حديقتي ميان ميرركا مغراراي معناها قروح لنا لا ملكيو
Ты ко мне бежишь? Ты меня куснушь? А, у него здесь норка. Да? Платная вип-зона. 950, 800 и вот там дальше, который 600 рублей. Ценники за полчаса. Отельчик. Алира Палас. Сколько звезд не знаю, одну звезду вижу. Но, скорее всего, звезд все-таки побольше. Охранники ходят. Весьма приятное место для отдыха. Вполне. Все радует глаз. Электросамокаты. С этой стороны видно, что над лесом еще есть гора. Расскажите, а вот девушки, которые бегают, это суслики, не суслики? Да, суслики. Идет реновация полным ходом. Это очень круто. Это прям большие молодцы. Сюда поток туристов идет. А значит, надо соответствовать. И делать ремонт. Красота. Место красивое. Правда красивое. Кондиционеры меняют. Здесь дорожку переделывают. Назойливые насекомые отсутствуют. Ни мошки, ни комаров, ни мух. Как будто я в Турции. Только в России. Воздух свежайший, пахнет хвоей. Там уже выход на бассейны. Есть дорожка сюда, почему бы и не сходить, не посмотреть. Здесь по краю идет дорога, все цивильно сделано, прям цивильно. Здесь автопарковка. Мне интересно сюда сходить, они там еще достраивают, что-то уже построили, а что-то еще делают. Красивое дерево. Ох, что же это за дерево-то? Вот с такими плодами. Кто знает, знатоки, подскажите. Очень любопытно. Вид потрясный прям. Прям шикарно. Такая гора. И скорее всего камера все это будет удалять. Вживую здесь шикардосно. А там лежачки есть. И вот такие вот домики. В принципе, вот так выглядит Вилла Стрит. Заканчивается вот таким вот, не знаю чем. Может быть, погреб так они сделали, там что-то хранится у них. И здесь техническая зона. Проход запрещен, там мусор выгружают. Здесь что-то разровняли, но еще пока не доделали. Видно, что потихонечку дорабатывают, все молодцы. Здесь тихо. Все на пляже, жара, все тусуются. Плюс 28, наверное, сегодня. На Алтае. Ая. Парк-отель Алтай. Тай Парк Отель, Вилла Стрит 11. Причем они весь отель ремонтируют и здесь все разобрали. Классно, что есть деньги на реновацию. Супер, процветание вам, ребята. Как мне нравится, что здесь никто не кусается. А даже говорить ничего не хочется. А вечером здесь совсем другое кино. Причем кино, правда,
кинотеатр, сейчас кино там показывают. Вода прогревается сзади, она как парное молоко становится, а посетители покидают, ну, 90%, наверное, от того количества, что было сегодня, уже уехали. Народу мало, вода теплая, красота. Сейчас солнце еще сядет чуть ниже и начнет таких желтоватых тонах окрашивать все окружение. Будет очень красиво. Даже сейчас уже шикарно. Название классное. Облепиха. Запой. О, кого-то выстрелили. Не успел заснять. Но самый кайф, самый адреналин, это вот перед стартом, когда ждешь этого выстрела, когда тебя отпустят с этой рогатки вверх. Местечко клевое. Желаю, чтобы на Алтае побольше таких местечек появлялось. Будем ездить, будем отдыхать, денежку свою тратить здесь. Уезжать неохота отсюда вообще. Надо, но неохота. Много мест надо посмотреть на Алтае, но ехать, уезжать неохота. Я бы здесь плюхался еще полчаса и час. Все, бармены закончили свою работу. Ой, лесенка. Вот так вот у них здесь все. Да, ох, там пузыри пива какие. Нормально. Запасы стратегические на завтра уже приготовлены, видимо. Ночь похолодает, пиво остынет. Гора очень нравится, красиво, живописно. Окружение кайфовое, зелень вокруг. Воздух классный, насыщенный запахами трав, зелени. Все на релаксе, на позитиве, на расслабоне. Здесь так и надо. Отдыхать значит отдыхать. И никаких гвоздей. Все, хватит болтать, иду одеваться и едем дальше. Вечером как-то все выглядит вот так. Мясо жарим, пиво варим. И накормим, и напоим. Пока-пока, Алтайская Ривьера. Ой, сейчас еще раз. Пока-пока, Алтайская Ривьера. Я надеюсь, мы сюда еще вернемся. Нам здесь очень понравилось. И все почти разъехались. Вон там наша машинка стоит. Идем. Красавица река. С камнями торчащими из воды. Вечер. Алтай. Едем за хавкой, за жрачкой, проголодались. 460 километров от Новосибирска мы сейчас находимся. Вот там рыбак ходит, рыбачит, хариуса ловит, заправка, скала. Какой-то памятник. Отель Любава, ресторан, баня, бассейн, все есть. Ой, а воздух-то какой ароматный. Домики красивые. Золотая пчела. Домики, баня, бассейн, мед. Апидомик. Также можно поставить палатку. Палатка 500 рублей. Здесь рядом бежит речка. Вот такое окружение. Что здесь есть? Кухонька. Ну, допустим, палатку мы поставили, да? Здесь кухня. Чайник, посуда, электричество. Есть дальше там баня. Если как бы не оплачиваете, можно зайти, сполоснуться. Есть бассейн, я сейчас до него дойду. Есть мангалы. Вот палаточка наша. Собственно, как здесь все выглядит. Столик. Столики. Посуда. Есть розеточки. Я заряжаю свой пауэрбанк. Чайник, чай согреть.
газовая плитка, что-то приготовить. Сама посуда, собственно, вода горячая, холодная. Посуда. Крыша. Круто. Вот такой домик, 2000 рублей. Еще представляется вот такой бассейн. Купайтесь сколько хотите. Для детишек там детский бассейник есть. Ой, красота, петухи поют. Я себе уже чаек налил. Идем. Покажу комнаты МЖО. Вот здесь туалет. Так, сейчас сюда кину. Сейчас видео сниму, пойду купаться. Так, банька, что из себя представляет? Ох, как тут тепло с вечера. Банничек. Здесь можно помыться, полоснуться. Ну, а здесь париться. Все круто. Такая банька на человек 8, наверное, 10 выдержит даже. Хорошая банька. О, как там тепло. Собственно, все. База продолжает развиваться. Домики строят. Красота. Ну все, иду переодеваться и купаться. О, кайф. Красота. Солнце всходит. Птички поют. Воздух свежий. Вон там солнышко сейчас покажется. Время 25 минут 7. Пар такой идет из бассейна. Бассейн еще не остыл. Так, искупавшись потихонечку. Иду переодеваться. Все спят, поэтому шепотом. Банька еще горячая. Можно чуть-чуть обсушиться. Ох, кайфово. Искупавшись. Сполоснувшись в бане. Пью чаек. Милое дело. Здесь также есть розеточки. Можно подзаряжать свои гаджеты. Солнце вышло из-за горы. Заливается своим светом. Облака потихонечку сдувает ночные с неба. Сиамский котик какой симпатичный. Кис-кис-кис. Привет. Привет. Бассейн, бассейн. А не искупаться ли мне на дорожку в бассейне?
bitter truth to face, not that innocent. We know what we did. I'm a sucker for your love, even though it's kinda toxic. На перевале в самом начале рынка туалет платный, по какой цене не знаю. А если пройдете весь рыночек вот сюда вот, то вот здесь вот туалет бесплатный. Туалет типа сортир. Будьте готовы. Морда к морде. Ну что, решили пообщаться, да? Прямо на дороге. Нормально. Когда насрать нам тут на асфальт? Нефиг тут на своей машине. Так хвостом еще в окно махнуть. Чтобы ошметки говна залетели. А то видишь, разъездились тут. Прикольно, да? Вот так некоторые места вот видишь, и капец, дорога просто посреди дороги. Капец. Могут вообще лежать на дороге. Да, места просто сказка. Не, я ожидал чего-то такого, я не ожидал. Это выше моих ожиданий. Офигеть. Ожидал чего-то меньшего. Да. Кайфово, что еще леса и луга такие, вперемешку скалы. Ты река. Вот бы где-нибудь остановиться. Да, прям вот он съезд. О, шикарно. Закупались, загорались, едем дальше.
туристическое, так сказать, место. Бросим взгляд на эту красоту и поедем, наверное, дальше. Ох, лететь, лететь. Кукушка раскукнулась. Солнце жарит, а ветерочек-то свежий. Красиво. Эта дорожка закончилась новыми пейзажами. Здесь дорога есть. А, вон туда дорога пойдет. О, мы сейчас спускаться будем туда-туда. И вон туда поедем. Мы туда и поедем. Полынью пахнет. Все, в кузнечик. Ой, тут он кости, здоровый, смотри. Такой. Кости, тапки. Ну что, дамы и господа, меня не съели. Не в этот раз. Завезли, но кушать не стали. Видимо, я невкусно пахну. Плохо помылся. На свою удачу. Офигеть, как красиво. Вот, я завезла, чтобы ты посмотрел, как здесь. Очень красиво. Вы вернулись на маршрут. Да уж не совсем уж. Мне здесь воздух понравился.
неожиданно. Да вон оттуда, вот там мы сейчас едем. Оттуда едем. Ну, как вечером красиво, это все заливает вечерним светом. Пока интересное место, где меня чуть не съели. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut, and now the frostbite's creeping in. 'Cause I've been stone cold since you left me here. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth. Tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Попытки нашли место, где есть свободные домики. Там вот домики вот эти стоят. Мы выбрали трехместный. 2000 рублей стоит. И там можно спуститься и на мангале пожарить шашлыки, допустим. Вот здесь есть душ. Так, вон там кухня. И мы вот к этому домику пришли. Сюда, наверное, между этим и этим поставлю, да? Или нас вот сюда, вот там бежит. Вот он наш домик. А, вот он. Вот он, да. Ну, вот сюда поставлю, наверное, да? Угу. И вот такая скала, и вот такая река. Ну все. Постели нам выдали, деньги с нас взяли. Идем оживаться или как? Обживаться. Обживаться. Букву забыл. Вот такая вот база. Вот в таком месте. Сейчас по кругу сниму. Вот здесь вот мы ночуем. Здесь еще одна база, там, похоже, еще одна, и вон там, может быть, в окружении горы. Вот здесь хозяин, там кухня, холодильник, посуда, домики там на 3-4 хозяина, вот там на 2 достроится, а вот здесь вот со всеми удобствами будет с туалетом. Туалет вон там, это вот тут бассейн есть, душ, холодная горячая вода, там же умывальник. Здесь уже не земля, а вот такой вот камушки, песочек, и травы, в принципе, нет, а вот такие вот растения и колючки. Чапараль. Вот такие вот. Ух, колючие. Есть две лавочки, стол с видом на реку. Возле каждого домика есть спуск. И можно пожечь костер. Есть мангал, лавочка, река. Когда дверь закрывается, в доме реку почти не слышно. Утро. 9:50. Все для шашлыка. Есть свет. И вот такое вот кресло. 3 мощных кровати. Свет, обогрев.
и пахнет деревом, и вот с таким видом выходите такие, и челюсть отпадает от таких видов. Пойдем? Взлетная полоса. Вот эти светильнички, если я не ошибаюсь, заряжаются от солнца днем, а ночью все это подсвечено. То есть здесь, здесь, и вот на посадку заходите, и туалет в стороне. Вон там есть беседочка, вот здесь есть пляжики дикие. Окружение здесь шикарное. Все очень-очень-очень классно. Я заметил, что здесь напротив идет дорога. Это вот это вот. Так вот, чуть ниже, вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Вот здесь что-то обвалилось, причем так через дорогу обвалилось. И вон туда. Но за все время, пока я здесь был, никого на этой дороге я не увидел. Никто по ней не проехался. Видимо, знают, чем чревато путешествие. Хищник. С утра летали журавли здесь, курлыкали. Там домики стоят, там домики стоят, вот здесь домики стоят, и вот здесь домики стоят. Вот это место еще, получается, пока никем не занято. Мы тусовались вот в этом месте, нам очень понравилось. Дорога, Чуйский тракт, вот здесь вот проходит. Сворачиваем с этой дороги, вот по этой вот дорожке спускаемся и подъезжаем к воротам. Вот так вот, рядышком с нашей турбазой, вот турбаза строится. И вот здесь еще вот такие вот домики. Полупалатки, полудомики. Вот так идешь, идешь по таким местам, раз, и чебрец найдешь. Спасибо этому дому, а мы идем к другому. Пора двигаться дальше. Как скалы нависают. Ух. Река. Катунь. Купаться можно. В конце июня искупнуться. Купаться и плавать нельзя, но искупнуться там хоть не по колено можно вполне. Деревушка. И продолжается вот такая живописная дорога. Красивая, прекрасивая. Но надо быть внимательным, привнимательным. Это я для водителя говорю. Славочку везем. Очень осторожно надо ехать. Красота. Недалеко отъехали, решили в местном магазинчике затариться. Вот под этой горой тусили. А я вышел заснять телефонную будку. На Алтай это норма. За каждым поворотом все новые и новые пейзажи. С этой стороны камни. А с этой ровное поле. Там, скорее всего, река. Снежные горы. Далеко. Далеко и высоко. Все остановились, и мы остановились. Станды инстинкт. Пока еще даже не знаем, что здесь. Но что-то здесь людей привлекает. Виды потрясные. А на утро ароматная уха и зеленый чай с чабрецом. Заряжаемся, обновляемся, наслаждаемся. Желаю вам того же. Чистейшая горная река. Здесь вода питьевая. Надо водички набрать в дорогу. Ну, здравствуй, пообщаться, побоковать решил, да? Побоковать решил. Реально, снег прям. Че это он? Гора называется Куркурек, высота 3900. Здравствуйте, бабушка.
Как ваше ничего? Здесь прям сквозь корму вода бежит. Так вот едешь, едешь, раз такой вид. Хоп, достал кресло, чай. Так вот садишься. Ох, ножки вытянул. И все. И занял. Остановились вот в таком месте. Турбаза, ценник за домик 1600 за сутки. Давайте покажу вам, что можно пожечь костерок, шашлычок пожарить. Домик ей 2 годика всего. А мама где-то пасется неизвестно где. Их потом разыскивают. Здесь где-то 5-6 лошадей где-то бегает у них. И вот такие вот верблюдики. Привет, привет. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале «Когда жара». Пока-пока. Путешествуйте. Будьте счастливы. We'll be right back.